Ну, думаю, что судья мог дать 50 тысяч, дал 45, и мне кажется, вот эта вот небольшая скидка в 5 тысяч, это такой своеобразный способ судьи сказать, что он в целом сочувствует нам и даже не хотел бы выносить такое решение, если бы его бы не заставляли. Мне кажется, это вот такой вот тайный такой привет, который он передает в рамках как бы своего представления о возможном. Так же, как в пятницу, когда этот судья не дал штраф 40 тысяч, там требовали 15 суток и штраф 40 тысяч, а дали только 15 суток. Мне кажется, тоже судья таким образом пытается сказать, что вот он тоже все-таки немножко не так жесток и пытается со своей стороны что-то делать. Но мы знаем, как работает сейчас система, и, в общем, трудно было бы ожидать, что судья бы вынес решение о том, что нарушений нет, что дело нужно прекратить. Такого, в общем, к сожалению, никто даже и не ожидал. Ну, я считаю, что просто играет конкурентов свой счет политический. Поэтому что здесь можно говорить? Объективности здесь не может быть. Это заказ сверху. Имеется в виду, стараются чиновники. Завтра апелляция у Михаила. Как вы считаете, есть ли надежда на отмену приговоров? Да нет, в последнее время суды оставляют без изменений решения. Поэтому тут рассчитывать на это я бы не стал.